Отдохни. Быстрей. Добро. Давай монету. Уже прогнал к тебе чудище. Шевелись, Порфа. Но! Видно, что ты человек бывалый. Дали, сука, себя обработать, как на виград. Yeah.
Такие, как ты, только болезни разносят. Слава королю Родовиду! Шевелись, плотва. Либо этот сарай, все. Что тут делается? Не ваше дело. Кажется, вам нужна помощь. Ну, если по правде, то нужна, конечно. Тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, двери откроем. Быстрее, мастер-ведьмак! Они ж выберутся! Открывайте дверь. Тела. На них так пули избежались. У вас что, кладбище в сарае? Нет. А и чего вы спрашиваете? Я нашел останки нескольких тел, на них трупоеды избежались. А, это бандиты были. Покуда они деньги с нас сдирали, мы еще терпели. А как они Ягусь в сарай потащили, тут мы не выдержали. Ну, навел их, и... А как все кончилось, сами видите. В следующий раз, когда кого-нибудь убьете, тела закопайте глубоко. Эти тоже нужно отсюда вынести, иначе опять трупоеды сбегутся. Так и сделаем. Спасибо, сударь-ведьмак. Работа сделана? Так точно. Вот ваша плата. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. Останется, когда они сарай разнесут. Лучше и не будет.
скажем друг другу правду. Пусть уж лучше дождь, чем грязь. Пошла. Давай, плотва. Удалим это место силы.
Опять ты. Приветствую. Покажи свой. Что случилось? Мало того, что война, господин мой, так еще и куры у меня пропадают. Как тут жить? Воров ты видела? Каких воров? Чудовища у меня курочек похищают. На обычных грабителей я бы сама управу нашла. А с такими что сделаешь, а? Я могу этим заняться. Разумеется, не бесплатно. Но за твои годы я сделаю тебе скидку. Болтовня, на. Что так, что эдак с меня три шкуры стерешь? Ну что поделать, другие-то на помощь не спешат. Куры начали у меня пропадать неделю как. И все по одной забирают, гады. По одной? Интересно. Они оставили какие-нибудь следы, чудища эти? Отпечатки лап волчьих, но странные какие-то. Будто волки на двух ногах ходили. Оська и Штейгеров. Умник такой. Говорит, что напутала я. Только мой старик был на всю округу лучший браконьер. Так что лучше меня мало кто в следах разбирается. Понимаю. Но все-таки я бы сам взглянул на следы. Как жизнь, ведьмак? Прощай. Волчьи следы, все так. Хотя, что-то здесь не сходится. Следы волчьи, а рядом отпечатки маленьких ног. Но нет ни следа борьбы. Следы маленьких ног. Интересно. Петрусь, осторожно! У него меч! Это солдат! Мы живыми не дадимся! Я ничего вам не сделаю. Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами. Я не знаю никакого капитана, а пришел я по следу монстров, которые таскают кур. Столько шума из-за пары тощих курей? Эта хозяйка их совсем не любила. Кричала на них, и вид у нее, как у ведьмы. Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили. Мы переходили реку, но нас заметили, мы бежали. Но у тятьки и мамочки были мешки, они нам велели бечь. С той поры вы живете одни в лесу? Ну да. Здесь чего-нибудь найдем, там чего-нибудь стащим. Ничего, живем помаленьку. Откуда взялись волчьи следы? Дядька как-то добыл волка и дал нам по лапе на счастье. Мы их под башмаками и привязали. Ведь волки же крадут кур, правда? Да, только по одной очень редко. Вы живете тем, что обкрадываете других. Это плохо кончится. Лучше попросите помощи. Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур,
А потом пойдем глубже в лес. Петрусь говорит, что мы будем охотиться, одеваться в звериные шкуры, построим шалаш из листьев и никогда не вырастем. Последнее больше всего похоже на правду. Берегите себя. Как жизнь, ведьмак? Я нашел в лесу ватагу детей. Это они крали кур. И что ж, дети эти верхом на волках ездили? Не было здесь никаких волков, просто это очень ловкие дети. Если они хоть чуточку соображают, пускай теперь держатся подальше от моего курятника. Приюти их, и они перестанут красть. Красть, может, и перестанут, но кормить-то их надо. Очень мне это нужно. Ну, ладно. Я подумаю. Пошла. Плотва не так быстро. Но! Пошла!
И извини, мрачный ты, как подвал с репой. Приветствую тебя, немного сытный путь. Холоферн Майерсдорф, к вашим услугам. А это мои сыновья, Берни, Франклин и Гуго. Очень приятно. Геральт из Ривии. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я ждал кого-то вроде тебя. Какая-то тварь разорила наши поля и ульи. И мы вот думаем, что это недоносный призрак. Что касается платы... Нам теперь спаси... Нам теперь спасики никаких доходов нет. С тех пор, как призрак появился. Может, скинешь цену немного? Ох. Ну, пусть так. Если ты нас от призрака не избавишь, мы по-любому разоримся. Будем считать это инвестициями. Так что, по рукам? Рукам. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Это должно быть какое-то чудовище, может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы, иней в волосах, а вокруг полно мертвых пчел. Что вы сделали с телом того батрака? Я бы его осмотрел. Поздно. Мы похоронили беднягу несколько дней назад. Я видел замерзшие ули, следы вели от него к недостроенному дому на соседнем участке. Я попробовал войти внутрь, но двери закрыты. Мы там собирались построить дом для Берни. Только денег не хватило. Вот стройка и остановилась. Думаешь, призрак там? Не знаю, но надо проверить. Я могу взять ключ? Пожалуйста. Не выходите из дома, пока я не вернусь. Паршивец! Извини.
меня застукают, я вылечу. У меня на содержании семья. Дети. Не, не ты один такой я. Целуй за старости жопу. Ты ж на постижении моего сына был. Ладно, гляньте на него. Но! За мной. С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгаарда.
На этом самом месте призрак убил батрака. Весь покрыт инеем. Холод должно быть и убернело, и засохло, значит, прошло несколько дней. Должно быть, тут погиб батрак. Да, снова призрак и здоровенные ноги. И он очень тяжелый. Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Если есть пруд, то должны быть и утопцы, но, скорее всего, это не они. Протиснется. Должен быть другой вход. Закрыто. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни, но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку. Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери. Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Как же? Ты больше похож на гончего пса дикой охоты. Лотва тебя догонит, он здесь взялся. Но пошла. Ну что, паскуда? Thank you.
Шевелись, плотва. Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты. Во имя вечного огня. Так значит, у дикой охоты даже гончие есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Должно быть, пес тогда и отстал. Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возместит вам потери, но хотя бы новых разрушений не будет. Спасибо, спасибо, ведьмак. И все-таки мастер — это мастер. На сегодня, ребята, возвращайтесь. Завтра нас ждет.